Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и продолжаете смотреть FFA сериал Sid Meier's Civilization 6, в котором я играю за Грузию против семерых соперников. Если же вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу. Всегда лучше смотреть с самого начала и полностью. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра и напоминаю, что в комментариях не приветствуются бессодержательные спойлеры и оскорбления участников. Я уступлю в честь нашей долгосрочной дружбы. Спасибо. Так, производство. Здесь надо шахту сделать. И здесь надо шахту сделать. Так, а этот что обрабатывает? Так, ну тут надо еще. Надо еще один прачник. Америка, ты еще кого-нибудь заскаутил рядом? Единец, у меня что-то кусок такой угроженный. Ну, еще никто коммерческий район не построил. Зато... Сверху там тундра, слева Лиссабон. Я смотрю, там кто-то по-серьезному в военные лагеря так ломанулся. Не знаю. То есть 3 очка великого полководца уже вход. Это у Персии. Это Персия ломанулась. Да, надеюсь, это не в мою сторону заплыв будет. Так. Так. Давайте вот этот лес может... Блин, тут... Производства, с другой стороны, не так много в этом городе, чтобы леса вырубать. Но с другой стороны, Магнус уже. Даже не знаю. Ладно, надо янтарь лучше обработаю. Америка, у тебя кроме соли еще есть что-нибудь? Пока нет. В перспективе будет шкуры меха. Everything has its limit. Iron ore cannot be educated into gold. Видимо, на этом наш обмен ограничится. Мне как минимум надо этих варваров расфигачить. Боже, сколько тут китов. И все мимо меня. Это ты там тундры бегаешь? Да, у меня просто города так поставлены, что киты. Ну, я только у перса отжал и один рядом с берегом. Да я не против, отжимай, сколько хочешь. А потом хоп и минус мой город с китами. Отжиматор. О, стрельба из лука улучшена. А мне еще одного прачника надо открыть сначала. Мореходство. Астрологию. Каменную кладку. Видите, такая стратегия. Высокие города, 4 высоких города, быстро поставленные, быстрые коммерческие районы, чтобы караваны бегали, давали
Да, даже больше не про еду, а про производство. Ну и рабочие, чтобы это все обрабатывать. Да, просто. У меня тут все узко. Так, производство, производство, еда, еда, еда. Так, эту клеточку обработаем. Нет, надо будет взять плюс один. Посланник. Так, а что здесь вырубаем для лагеря? Торговец завершен. Да, давайте тут правительственную площадь. Потому что там здание опять же на... На эти. А, подложи, я тебе через выходы верну. Повтори, пожалуйста, не понял. Я тебе поставил сделочку, подложи мне. Голода. Обработано. Ну тут, в принципе, холм. С возвратом? Можно, конечно, вырубить. Так, этот в Телаве отправил. Из Телави, точнее. Так, ну тут видите центр коммерции, но сначала хочу вырубить, поэтому давайте еще строителей. Или прачников. Я бразилец, как смысл. Прачников как раз, третьих. Ну, все, что ты сейчас увидишь, все уже занято. Только на Панамалке. Да, я вот вижу, что между, да, как раз между Манаусом и Антиохом еще можно один город воткнуть. Еще нужны рабочие. Так, что у нас тут? Коммерческий район никто не хочет почему-то строить. Все ломанулись. Вот кампусы, мне кажется, первые кампусы не так важны, как a physician without a knowledge of astrology коммерческие районы. Has no right to call himself a physician. If bread is the first necessity of life. Так, значит, возьмем первого посла и пока оставим как есть. Отправляем в Хатусу. Эти два посла. Ну, правда, у меня нету кампусов, но с другой стороны, я куда мне их мариновать? Да, зал для приемов там вначале хорошо, а в конце это плохо. Теперь можно стрельбу из лука открыть и пойдем вот этими юнитами, я их хапну, пойдем разбираться с варварами. Ну что, вырубать? Один ход. Да, что-то у меня медленно 20 ходов осталось, а я еще даже в нормальный век не набрал пока очков. Что-то как-то слабовато. Надо
скаутов построить. Вот сюда сбегать, посмотреть, тут сбегать, посмотреть. Еще этот, кстати, варварский лагерь. О, нету. Интересно, кто это его? May the forces of evil become confused. I like to say I practice militant. Что Хатуса сюзерен удает? Одну единицу каждого стратегических ресурсов, которыми вами открыты, но вам не принадлежат. Но у меня, в принципе, ну... Не знаю, ну давайте... Не, ладно, пускай будет. То есть пока не надо мне Виктора назначим в Телаве, потому что если что, вдруг попрет на меня араб, то только на Телаве. Так, 40. А этот 20. Ну, как раз. Лечится. Зал для приемов. Плюс одно удовольствие и плюс 4 жилья с губернаторами. Чтобы города росли быстрее. Ну, да, у тебя тут совсем много мест. Надо, естественно, если лучников апну, тоже будет плюс к лучникам. Для света, ну, два кампуса. Ну, кампусы тоже надо строить, конечно, мне. Так, каменная кладка. Давайте верховую езду. Мне, правда, надо этих лошадей еще обработать, и я смогу спокойно без военных лагерей строить лошадей. Всадников. Ну, перс уже армию клепает. В какую сторону армию прикупаешь? Русский, а сделочку примешь? Вообще никто коммерческие районы не строит, я смотрю. С тобой дружить, да, погруб жизнь. Ну, араб. А то я тут уже напрягаться начал немножко. Да не бойся тебе. Ну, в библиотеке плюс одну науку дает, это крутой бонус, конечно, он явно его получит. Хотя тут еще... Я домик люблю, то есть. Неизвестные игроки могут поднапрячься. Но я считаю, что арабы надо будет захватывать. Тут, собственно, нет никаких соседей, мне никто не может помешать это сделать, если я решусь. Вопрос только, на каких юнитах? Может, прямо на всадниках? Когда у нас заканчивается дружба с ним? А кто там с тобой соседи? Посмотреть. Ларочка. Мне бочковый бит найти хорошо. Слушайте, а кто араба нашел? Ну, мы с арабом. Ну, вместе. Вот если ты нашел араба, значит... Я вижу только найти. Грузина и русского. Алексей, ты через араба, иди ко мне. Нет, давай ты ко мне через араба. У меня здесь два лагеря варваров, мне тяжело к ним идти. Круто. Слушайте, ты хочешь, чтобы я к тебе через варваров прошел, да?
Вот тут надо будет город поставить. Наверное, уже в следующей эре. No hour of life is wasted. Какой-нибудь. Ну, в нормальную эпоху я вышел. Сколько мне надо для... Ну, дофига еще. Еще 12 очков. Сколько у тебя было денег, раб? 47. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии consolewar.ru. Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на consolewar.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой «Лёша играет» для получения бонусов. Я тебе вернул. Ой, да ну скажешь тоже. Пусть это будет тайный. Окутанный мраком. Так, 6 ферм. Скажите, может мне... Говорится о американцах. Да, но проблема с рыцарями, что я их не могу как всадников строить. А, мне надо... Так мне надо это... Коляски. Вот, будет ренессанс. Строите каравеллу и отправляетесь в Северную Америку. Захватывают индейцы. Города. Они какой? Они считаются кавалерией. Значит, ну, кавалерии... морская. Я помню, была. Военную традицию надо, да? Так, сейчас аванпост варваров как раз захвачу. Мне надо, значит, феодализм открыть. 6 ферм построить. Захватить аванпост варваров, чтобы ускорить рыцарей. Ну и нафигачить дофига колясок. И идти захватывать араба. Все. Вот такой план. Перс, я выше тушка город буду ставить. У меня слева агрессивность совсем точно. Что за агрессивный сосед? Это кто? Александр. Давайте его дружно осудим. Только что араб... Я там даже поставить-то не могу. Спросил, где... Он хочет тут город поставить. Я ему сказал, конечно, нет. Я думаю, может быть, и не будет меня слушать, а просто поставит. Тогда тем более повод для войны будет. Так, ну что, кампус. Давайте. Ну вот, кто-то построил коммерческий. Аравия первый вообще построила коммерческий район. Привет, Перс. Тут никак нельзя обменяться информацией о столицах. Делегацию отправить, нет? Я так понимаю, ты воюешь, да, с зеленым? Так, давайте стример начнем потихоньку открывать. Так, ну и нам нужны рабочие. Слушайте, может, давайте я лучше рабочего... Кто воюет с кем? Здесь пока... Смотрю, бразильцы закрыты границы, при этом Америка ходит по ним спокойно. Да, воюю. Это просто варвары, американские. Всем населением. Не просто забыли этот маскировку включить красную. Это агент ЦРУ, находящийся в Бразилии на задании. Да, первые агенты ЦРУ. Копить денежки на ап
юнитов. Госдеп так. Подходи к вопросу формально. ЦРУ — это же разведка. Мои прачники как раз выполняют роль разведки. Так, новые. Там Виктор сидит, тут Магнус. Лян. Так, во-первых, могу торговца взять. Значит, кого взять? Лян или Пингалу? Или Рейна? Может, быстрее получает новые клетки. Давайте, наверное, в Цхуме Рейну отправим. Смотри, Перси, там еще агенты прутся. На, три ремки-то плавают-то плавают. Да, вот сюда надо. Персидские-то. Чтобы лошадей добавить, тем более, что раб хочет город ставить, я так понимаю. Военную традицию ускорили. Вот ее давайте сначала откроем, потому что там карточка на строительство кавалерийских юнитов. Потом в феодализм пойдем. Багдад. Багдад берется вообще без проблем. Так, 15 ходов, ну, в принципе, слушайте, а за что там 3 очка? А, за то, что взяли лагерь варваров. Зал для приемов готов. Александр, ты будешь мириться? Даже если город возьмешь, его не удержишь. Я тебя либо войском заберу, либо лояльностью задавлю. А за Александра кто играет? Гурк. Но он же говорить не может, он сейчас напишет, видимо. Так, знаете что, давайте я стены построю, надо ускорить. Мне надо еще катапульт будет поднастроить, поэтому давайте стены ускорим, как раз вот инженерное дело, и его откроем. Rate the value of military knowledge. But if men make war in slavish obedience to rules, they will fall. Может сменить на олигархию? Да, давайте. Это я все оставляю здесь, ставлю. Но я пока не буду. Поставлю пока содержание хотя. Давайте юниты кавалерии. Ну и строителей все-таки выберу. Мне нужно золото копить. Мне нужно копить золото. Исследовать территорию араба. Так, по городам пройдемся. Растет.
Ну, растет. Здесь чисто ну, появится сейчас губернатор. Это уже город будет расти. Почему вот четыре города так притопил науку? Тоже. Покажите мне этого человека, я плюну ему в лицо. Это араб. Плюй. Вот. Как ты это будешь делать? Так вот вверх голову, лицо запрокинешь, и чтобы на себя попало, да? Кто против науки? Ну что вы за черт? За темные люди? Науку надо уважать. Defense is superior to opulence. Уважает. Это все ересь для книгачеев. Так, ну последнего губернатора, наверное. Хотя здание центра города, аквакультуру. Давайте, наверное, Ляну. Все-таки я знаю, что в Бруставе. Соответственно, ускорил инженерное дело. Так, мы начинаем. А, торговец еще. Торговца тут надо построить. Да, как раз из Тбилиси я его отправлю. А в остальных... Так, жилья не хватает. Бар, значит. Ну, скоро начнем фигачить коляски. Блин. Мне нужно фермы строить, а не 6 ферм. Я вообще хоть одна построю. Вообще ни одной не построено, по-моему. А надо 6. Сейчас тут построим. То есть мне надо еще 2 рабочих, как минимум. Вот тут надо фермы построить. Ну, тут у нас такое поле с фермами будет. Наверное, этот лагерь, который тут стоял, Буэнос-Айрес разнес, а не араб, кстати. Так, мне вот тут надо для Тбилиси вот эту клетку забрать. Между прочим, давай-ка сюда мы лучше отправим. Камень вырубить очень много. И поставить сюда кампус. Это будет плюс 3. Получается. Тут я не хочу, тут вообще я даже не могу, тут янтарь. Сюда я поставлю от Телави кампус. Так что. Какие-то дебильные великие люди даются на самом деле. Так, давайте глянем, у араба уже куча науки должна быть. Ну, не так, чтобы уже много. Вообще-то. Но его надо выносить.
Его надо выносить. Багдад захватывать точно. Может быть, Буэнос-Айрес. Параллельно тут у меня будет город стоять. То есть вот такой кластер тут городов будет. Так что план на игру есть. Очень хочется в золотой век, в героический век выйти. Так, 3-4, 3-4, 3-4. Все одинаково. Ну, в Цхуми отправим, потому что тут скоро уже кампус будет. Он будет давать еще к еде плюс. Ну, средневековые ярмарки ускорены. Так, пока никуда мы послов не отправляем. Кампус пока не строим. Ты на каком материке? Я на каком? Да. Ну, найдешь. О, я встретил македонца, только не понимаю где. Македонец, ты где? Между нами где-то появился и исчез. Нету его. Ну, сверху от нас, да, где-то вот там. Нет, давайте рабочего. Мог китов еще добавить. Но мне важнее были лошади. На самом деле. Так, 10 ходов до конца эры. А мне еще нехватка очков. Видите, губернатор появляется и сразу куча места для жилья. Очередной великий торговец. Копию ресурса. Копию ресурса. Давайте, наверное, китов. Сразу, чтобы оно... А, я не могу спускаться на воду. Да ладно, пёс, ты так в мире живешь, что ли? Что мир хотел? Блин, долбанные... Буэнос-Айрес. Там очень мирный перс. Уже 26 у него сила. Ну это я не знаю, что у него даже за юнит. Это даже не мечники, по-моему. Да, мечники сильнее. У него там силой 26, что он такое взял. Так, и здесь строим. О, еще одного торговца я могу. Так, сначала строителя, потому что надо фермы быстрее строить. Так, этот с одной стоимостью... Араб, нам бы с тобой потом союзник ведь, допустим, даже научный бы союзник, нам бы с тобой хорошо было бы, нет? Не знаю, пока не думал. Ну, думаю, есть время тебе еще. А это кто говорит-то? Твой самый лучший Russian friend. Ясно.
просто русский хочет. Так, науки. Мне надо феодализм и наемников потом. Мы хотим просветиться. Прорубает окно в Европу. Хорошо. Караванами. Наземных юнитов я точно построю. Вот араб, ты же хочешь принять иудейство, правильно? По-моему, оно скоро само придет ко мне. Готовимся к войне. А что, от вида религии и от ее неохота. Типа как-то зависит? Какие-то улучшения? Мне вот интересно, вот эти религиозные здания и так далее. Их же можно только по одному виду строить, да, в каждом городе. Как ну, в смысле, там, что если сменишь религию, то нельзя другое построить от другой религии. Нельзя. Это как там война? Ужасно, меня с двух сторон давит. Вот. С одной стороны Бург, а с другой стороны кто? Бурдезвайс. Меня попилить походу решили. Потом говорит. Учитывая, что перс сначала сказал, давай мир. Блин, как на два фронта успевать нажимать, я не понимаю. Лучше на одном сосредоточься, а на другом уже что останется. О, мне осталось одно очко. Здорово. Это какую нацию пилят? Китай. Я как раз, наверное, успею построить кампус в Тбилиси. Ну, я считаю, что Китай не должен был под меня город ставить, а сразу сказать, что я не буду выходить к тебе. Это было бы правильно. Это какой-то на гипсе город. Нет, ну если... Ну надо да, я, конечно, не хотел сразу говорить, что я эту город была. Заберу. Фу, куда же, фу. У тебя там и так 5 городов стоит, тебе что, еще один нужен? Нет, просто влево еще нету места. Африка где-то сверху. О, слушайте, а у кого это... Так вот, наверное, Македония где. Он сверху приплыл. У него сверху от Хатусы через море. Там он сверху находится. А тут такое море, типа, он, наверное, оттуда приплыл. Я его границы вижу. Сколько тут кампус строится? 4 хода? Тут кампус. А вот 8 очков торговца? Так, давайте ресницы. А что тебя удивляет? Ну, много. Торговцы-то будут. У кого-то 8 очков. Ученого, у кого-то торговца. Кто на что учился, как говорится? Не, ну, внезапно это появилось. Если нет, ничего, это не внезапно, это ты просто проспал. Ну, видимо, да. Я всех торговцев пока забираю. Да ладно, он еще будет работать дальше. Ну, надо, наверное, тогда китов будет пойти, блин. Сюда не походить. Так, стремя заканчиваем.
О, так мне и феодализм пока нельзя открывать. Стояночка. Мне и феодализм нельзя открывать. То я ускорю стремя, оно откроется, а у меня еще коляски не построены. Так, давайте военную подготовку пока пойдем. А потом исторические хроники. Так, этот ждет своего... Блин, ну тут варвар не в тему. Одолжи еще денег, потом отдам. Обещаю. Я тоже дружба. А, я лохнулся. Там у меня крышель, оказывается. Меха у меня все равно будет. Раб, дай денег. Секунду, подожди. Русский уже даже без пожалуйста, вот это все просто. Раб, дай денег, и все. Я ему веру принесу великую. Иудаизм. Сделаешь ему обрезание? Ну, это по желанию, никого не будем принуждать. Сколько тебе надо? Я послал тебе. Ничего нету. Ну, посмотри. Ну, справа же внизу должно быть, сбоку нету ничего вроде. Может, я случайно закрыл? А, ты потратил деньги. Потратил деньги. Я клетку 10, купил, наверное. Для... Но, для рыцарей, но не хорошо. Ладно, дай вот так вот. Дай вот так вот. Железо. Пошла. Да, железо. И больше меня не расстраивает. Он, да, слушай, у него тоже как раз мемлюки здесь, его. Да. А в чем его разница? Восстанавливает здоровье в конце каждого хода, даже после движения атаки. У него 4 очка и 48 мощь. Американцы. А, это все одинаково. Никому не что они лечатся, да. Ну, если я первый выйду, то я не думаю, что они ему помогут. Сильно. Мне, правда, еще вот эти нужны. Парочку катапульт. Или, скоро конкистадоры поплывут. Так, наемник и ускорили. То есть у меня уже 8 юнитов. Так, это чмо тут что лазает? Да ладно, еще выжил, но трындец. Ну вот это нехорошо, вообще нехорошо. Торговцы завершили. Продолжаем тяжелые колесницы. Что, поход закончился? В Багдад. Принял. 5-6. Кто тут еще хочу кусочек исследовать? Александр, я тебе предлагаю отдать мне китайца и успокоиться на этом. Да, да, хорошо, спасибо. Удизайс вармонгер. Хуя. Выпилил одного игрока. А Курдезас за кого играет? За Перси. Арчи, Арчи, тебе не хватает Курдезас, Арчи. Значит, в итоге у нас в игре Македония, Аравия, Россия, Грузия, Бразилия, Персия и еще две какие-то нации. США. Америка. США. А, все, США. 8. Весь цвет мира. Китай, Россия, США, Бразилия. Сейчас вот вырубим. Тут камень, тут очень для кампуса. Алексей, мне нужно тебя срочно найти для Золотого века. Ты можешь как-то ко мне прийти? Тебе нужно, ну приди, но нужно нас.
Класс. Найди меня. Ну сбегай, сбегай этим разведчиком не через каир. Нет, нафига мне тебе золотой век устраивать? Живи в темном или в нормальном. О, слава богу. Варвар ничего плохого сделать не смог. Хотя к какому-то городу относится клетка, да, к этому. О, плюс 4. Так это тоже бонус даст офигительный, что плюс 4, то есть я сейчас наберу нормально очков. Так, ну мне надо судостроение открыть, для галеры построить. Ладно, у меня будет ученый на будущее тут сидеть. Что я могу взять очередного? О, это хороший торговец. Увеличивает количество доступных торговых путей на 1. Международные торговые пути в этот город дают плюс 2 золота обоим городам. А, в этот город. Давайте мы, наверное, тогда в Тбилиси. Хочу посмотреть, что сделав 6 ферм, я не открою феодализм. Феодализм я ускорил. То есть мне сейчас два хода феодализму. Два хода, я открываю феодализм, и сразу же открывается. Сразу же будет открываться стремя. Надо не забыть только переключить. Так, все, великий героический век у меня начнется. Не пойму, тишина наступила или с Дискордом что-то не так? С Дискордом что-то не так. Да, немножко он зависает. Ну, чисто все лагать начинают. Так, надо будет рабочих еще. Я не уверен, правда, что... Хватит денег для апгрейда. Так, а сколько, куда бы мне отправить по максимуму? Ладно, сейчас я этого торговца активирую. Кто там следующий? О, этот, кстати, круче. Он торговых путей. Он еще и бесплатно торговца сразу дает. Ну просто сейчас посмотрим. Вот араб сделал упор на науку, а я сделал упор на коммерческие районы. Посмотрим. Курдизаза. Планы на весь мир. Ходят слухи, что Персия захватила Шиньян. Это, видимо, китайская столица. One man's magic is another man's engineering.
5 минут. Сколько у нас уже колесниц? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну. Нет, как понимаете, я уже дружбу не буду заключать. Кампус завершен. Строителей. Давайте, значит, еще по одному. Так, тут два хода. Тут один ход. А здесь. Да блин, вот этот интерфейс цивилизаторский. Тоже, блин, да. Три колесницы мне хватит, оставшиеся здесь на развитие пошли. Ходим, 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 ходим. Хроники я еще ускорил. Так, военная подготовка. Да, полный таймер отматывай. Так. Ага, вот проход на их. В одну клетку. Ну, я как и говорил, в одну клетку проход. То есть можно сказать, что мы на континентах играем. У меня с Америкой вот точно в одну клетку проход. Ну, вот от нас к Македонии, я так понимаю, потом сверху Македония, наверное. От Хатуса одна клетка проход тоже. Those who in quarrels interpose must often wipe a bloody nose. Так, драма и поэзия, но эти кофеодолины. Это вот они бы шлепнул. Да, дальше уже пошли, в общем-то, феодализм, наемники, вот это все. Здесь еще буду строить просто потому, что этот город ближе всего к кораблю. Просто отсюда будет. Они быстро будут бегать.
Блин, ну... Ну почему этот юнит-то выбирается, а не тот, который мне нужен? Блин. Не будем. Здесь растут. Вот будет первый город у меня на 10 жителей. Интересно, первый в мире или просто только у меня? If I were again beginning my studies, I would follow. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Нужно Антиохия прям умеет ходить. 9, 10. Да они. 11, 12, нужно там, пойти, 12, там стоит у нее юнит на следующий ход. Отправил караван в Багдад, но он по одной клетке пока дойдет. Девушка, я вообще заметил, умеет гадить. Сегодня в игре объявил Нидерландам войну. Нидерланды перепокупают город и этот город забирает. Это было обидно. Может, в Хатусу отправить действительно? По итогу этот поселок так всю игру до конца и стоял вот в этой ГГшке. Вассалом. Намбар. Математика, стремя будет ускорено. Машиностроение откроем. Катапульты надо будет поднастроить, но сейчас сначала в библиотеке, хотя бы в этих трех городах, тут еще кампуса нету вообще. Так я этого торговца тоже могу забрать, в принципе. Я только вопрос, сколько будет стоить апгрейд. Видимо, еще наемников долговато открывать. У меня с культурой не очень. Раздражает конкретно. In democracy, it's your vote that counts. In feudalism, it's your count that votes. Так, вот эта фигня что? Пока больше не нужна мне. Да быку перевести поселка. Содержание юнитов уменьшим. Куда не пойду, вечно Антиохия встанет. Сколько апать без 90? Это дофига, поэтому ждем открытия наемников. Поэтому надо монументы построить, чтобы хоть какая-то культура шла. Ну, так, 10 ходов, 10 скорости на уровне. Дофига построил колясок все-таки, мне кажется. Вот Китай наказали за разведывание.
под карманами. Надо бы, кстати, инвестиции в коммерческий центр провести. Даже я даже сейчас сделаю это. Потому что тут очень хороший тоже торговец. Лишние торговые пути мне никогда не помешают. Вообще никому они не помешают. Я один уже получил, сейчас будет еще один. Что же там с Китаем? Чего? Жить будет или не будет? Навряд ли, сейчас столицу заберут. Значит, что не я на это не была столица. Ксиань, по-моему, столица. Раб, да, по-моему, да, вообще... Не беспокоиться. Ну будет 45, нет, подождите, 50%. Скидка 50% на все улучшения и 45. То есть у меня будет на 10, да? 10 апну. 10 рыцарей. Загляните на consolewar.ru, а на этом пока все, продолжение, надеюсь, появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.